29 декабря 1937 года. Воронков Петр Иванович, 51 год, старший экономист Туристского экскурсионного управления. Расстрелян 10 марта 1938 года. Кабанов Яков Павлович, 51 год, крестьянин единоличник. Расстрелян 16 сентября 1937 года. Найдучик Константин Петрович, 47 лет. Начальник 3-го автобусного парка. Расстрелян 3 ноября 1937 года. Молодец, профессор. Рад Макам. 1975 года. Моя жена Баратова Маркова. В настоящее время 5 года бывает наказание писания за разрешение. Ваш покойный слуга Барат Кутсман. Допустил власти Кусана в 2005 году получается восстание. Бежал в 2006 году, последнюю ночь первой казни. У меня нет расстрелянных родственников, близких мне. У меня расстреляна вся страна. Вся наша страна – это большой соловецкий камень. Петр Иванович, 47 лет, управляющий Чунцинской конторой. То, что происходило в нашей стране, не только в 1937-1938 году, просто это символ такой, когда это было. Про это всегда нужно помнить. В конце 80-х годов моя бабушка открывала Соловецкий камень вместе с Александром Яковлевым. И для моей семьи этот день очень много значит. Сейчас в тюрьме сидит тоже очень много людей, совершенно ни в чем не повинных, и многие из них замучены. Вот для того, чтобы не повторилось то, что было, я и пришла сюда. И я думаю, что все даты перекликаются, и для меня та же самая Чеченская война – это результат абсолютно нерешенных вопросов о собственном прошлом. Сторож санатория на станции Краскова. Расстрелян 28 февраля 1938 года. Вагийков Матвей Кондратьевич, 62 года, пенсионер. Расстрелян 8 декабря 1937 года.